Всем приветик! Так, я сейчас сразу проверяю Всем фризер. Ой. приветик! Так, я сейчас сразу проверяю. Сейчас, секунду. Я сразу проверяю, фризит ли у меня игру. Потому что такое ощущение, что немножко фризит. Или нет? Блин, опять ударила микрофон. Привет. Фризит, да? Я просто сейчас хочу в начале игры это определить, чтобы в дальнейшем мне не бегать, не менять. Приветик. Да, вот мне тоже кажется, что немного подфризывает. Сейчас смотрю. Блин, я не знаю, ребят. Непонятно. Приветик. А фризит только игру, да? Типа, меня не фризит, да? Ладно, давайте, короче, начнем. А, типа, если он продолжит фризить, то тогда да. Я поменяю камеру, в смысле, вот что. Потому что почему-то мой комп, видимо, не справляется с нагрузкой новой камеры. Не знаю почему. А это так тупо. Ну-ка. Сейчас смотрю, ребят. Блин, да, фризит, походу. Или нет? Я не знаю. Не понимаю. Да нет, слушайте, нормально, кстати. Да, у меня, кстати, лицо пересвечено. Мне сейчас надо будет сделать поменьше этот свет. Сейчас. Да не, кстати, как будто привыкла уже игра с не комп к настройкам камеры. В общем, да, я вас всех приветствую, ребят. Мы быстренько сейчас закончим наш говчик. Мы там не прошли парочку миссий вот этих вот. Мы их все пройдем, но скорее всего, проходя, например, вот эти. Мы откроем дополнительные какие-то миссии. И вот я уже не знаю, стоит ли его вообще добивать. Почему я не начала Dying Light? Потому что... Кстати, у меня длинные штаны, я на них сижу. Потому что мы чередуем с вами игры, и поэтому у нас вообще как бы следующая игра — это Horizon. Я думала вот как раз сегодня добить God of War окончательно. И уже в дальнейшем, ну, сегодня, Horizon. Вот, это не игрушка, это такая подсидка. Охуенное название. Ладно, короче, давайте завершим вообще, в принципе, сюжет, потому что я что-то в прошлый раз оборвала. Не за... О! Прежде чем вернемся в Мидгард, я должен предупредить. Элкан, спасибо за донат, и я тебя тоже! И снегопад, который начался, С любовью, Магретнак. Это дурное знамение. Знамение, что приближается зима. Не просто зима, а кстати, уже не фризит. Которая продлится 3 лета, слава а богу. После нее что я уже Рагнарёк. боялась, что типа... из-за снега. Да, Почему будет у нас много-много из-за новой снега. камеры А затем наступит фризит, и что конец мне этому отдавать ли обратно? дурному Но я не буду миру. отдавать. Еще одно пророчество. Потому что она более качественная Пророчество все-таки. говорит, что до этого не менее 100 зим. Ты что-то изменил. Пророчество не... Говорю тебе, это Фимбул Гинтер. Я это жопой чувствую. Зима близко. Или что такое-то? Не надо к этим челам снег подойти. Все равно пошел бы рано или поздно. Это не просто снег, как тебе известно. Это О, конец ну, создавать света. Я ничего не хочу. Не заставлять меня трезво мыслить. Парни, просто говорим о погоде. Что такое-то? Недавно похолодало.
Он хочет сказать, что грядет Фимбулвинтер. Да, я, кстати, поменяла пение. Теперь на него... Я не стала его убирать. Я решила сделать так, чтобы можно было копиться на него долго. И не каждый может меня заставить петь. Так что... А почему дверь-то... А, вот, теперь открыто. Это очень хорошо, потому что... Я не люблю это. Но я решила его оставить, потому что иногда можно попеть. Иногда можно. Я, кстати, вот сейчас понимаю, что я скучаю по Dying Light. Это очень хороший прогноз. Это, блин, все равно, сука, подфризывает. Бесит меня. Так, мы идем домой. Я так понимаю, да? А, то есть мы сразу можем... Ну, хорошо, интересно... По воде мы сможем добраться или обязательно нам использовать какой-то портал? И когда Одина изгнали из Йотунхейма? Никогда тут не было такой наконец погоды. Тюр помог великанам спрятаться. Башня исчезла. Я сегодня, Мидгарде больше не найти великанов. Я на самом деле не люблю готовить, ни но... Ни боги не могут попасть в Йотунхейм. Я не могу жать доставку, поэтому сегодня так вкусно приготовила рыбу. Я в очередной раз убеждаюсь, что добавив туда травы всякие, типа там петрушку, орегано или что-то еще, можно максимально изменить вкус, и будет не просто, ну, рыба на пару, а что-то прям вкусненькое. Потому что я не люблю треску на пару, вот, а она какая-то для меня слишком безвкусная, если без всего. Но, добавив туда всякие специи, ну, типа, не перец, потому что я это тоже не ем. Вот, всякие травки, типа, вот, орегано, розмарин. Будет довольно-таки вкусно, кстати. Да, я ем только на пару, это факт. А чё, жареное я не, как бы, я не ем. Тушить это то же самое, что жарить. Ну, наверное, не то же самое, но все равно есть разница, короче. Хотя, в принципе, когда ты тушишь, это же получается... Сокровища разных миров. Ты же в воде тушишь, правильно? Я не знаю. Тебе что, не короче, интересно? Мне проще. Мне интересно. Мне мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Да, братец, Фафнер был очень любопытный. О, он у меня на моей попке уже. Как-нибудь расскажу. Так, а что я хотел сказать? Я хотел сказать, что... Не знаю. Тоже забыла. А я думала, в нее можно кинуть, ну ладно. Так, нам сюда. Я забыла уже, как управлять. R1. Часто игры начали использовать эту кнопку. Блин, я не знаю. Для меня это... Если бы мне можно было жрать все, я, наверное, бы жила только на доставке. Потому что... Я не буду заниматься домашними делами, если честно. Я мечтаю купить себе еще посудомойку, потому что для меня самое жесткое, наверное, по дому, это, сука, мыть посуду. Я просто это ненавижу всей своей душой. Я очень хочу домой посудомойку. Хотя у меня просто не так много посуды, чтобы ей пользоваться. Но... Когда будете на складе, прикрывайте друг друга. Я не хочу лишиться постоянных покупателей. Но все равно. Собираем. Да, это топ. Я соглы. На пару это и диета, и выбор. Вот. Опана. Ну, это, кстати, новая локация. Мы тут не были с вами. Тихо, не надо орать. Ну, кстати, God of War оставил на мне отпечаток свой. То есть я могу сказать, что печально, что она закончилась. Я жду очень продолжения. Вот. И для меня очень странно, что
получается, вот этот мелкий, это Локи? Но Локи же брат Тора, или это по фильму Марвел так было? Разбойники. Ой, похоже, они успели поговорить. Короче, непонятно. Огонь, берегись! Да, нормально. Кстати, я уже забыла, как играть. Реально забыла. Как будто мы только обучение проходим. Тихо. Вот это особо, кстати, с вами ничего и не прокачивали. То есть у нас почти базовая. Ну, это вот что значит играть на низком уровне. Но я и не жалуюсь, на самом деле. Приветик. Так, сейчас читаю. Бадфорты это Naked Wolf называется, офигенный бренд. Но у них какие-то постоянно проблемы с доставкой в Россию. Потому что они из, по-моему, Нидерландов, да. Или из Англии, я, кстати, не помню. Вот. Что там я говорила? Да, может быть, кто-то из вас знает, почему этот мальчик, его должны были назвать Локи, если Локи это брат Тора. Пожалуйста, кто-нибудь ответьте. Нет, этот вопрос нет, я не буду тратить время на... Наверху! Что там? А, вот наверху, да, ты прав. Кстати, птичка там тоже наверху, мы сейчас ее тоже грохнем. Что здесь? Опа-на. Блин. Заперто. А, ищи заперто. Ищи другой вход. Это хорошо. Тут не огромная локация. И то есть в дальнейшем мы, наверное, ну как бы, то есть сюжет закончился, но... У нас еще есть двери, которые мы ни разу не открывали. Мы ее нашли. А, так, что? Так, я играю, кстати, не на этом. Не на компе. Я играю на PlayStation, и я, насколько знаю, что... К компу можно джойстик подключать, но все стримеры и геймеры почему-то говорят, что мышкой намного удобнее играть. Хотя для меня джойстик это просто самое удобное, что могу создать. Именно джойстик PlayStation, то есть не джойстик Xbox, мне не нравится вообще абсолютно. Ого! А эту дверь можно заранее открыть? Да. Ну, а, окей, то есть мы обязаны были пройти через ту дверь, чтобы потом эта дверь открылась. А что такое за звук? Это же птичка, да? Да не, я в нее, наверное... Да ладно, не хочу. О, а я думала, там кто-то стоит дополнительно. Мне не надо нам жизни. Смотри. Еще одна карта сокровищ. Да, кстати, камера намного плавнее крутится, с этим согласна. Да, Farfetch просто он, наверное, делает свою какую-то наценку. Плюс он за доставку много берет, потому что они платят налоги. За таможню. Надеюсь, не все унесли. Но это, по-моему, в случае, если у вас
посылка больше какого-то количества там денег. Я вот так вижу. Я после Dying Light для меня это вообще ничто. Что, еще кто-то? Музыка как будто из Ведьмака была. Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Да, 200 евро. Почему интересно с Китаем? А, не знаю, тут с Китаем у нас есть такое или нет. Так. Это мы себе заберем, и это себе. Мы что-то тут откопали или что? Найдите точило. Вот это что такое? Точило это вообще что? Это очень знакомое. Так, а почему я дерусь? А, это не разбивается, все хорошо. А вот здесь что? Нет. Ладно, вернемся. А, да, блин, я не знала. Ой. На тебе. Уничтожим. Все. Тебя застали врасплох. А, мы нашли что-то. Именно. Мы еще какую-то дверь сейчас откроем или что? Ну, кстати, может быть и хорошо, что мы с вами тогда закончили, потому что... Сейчас, я думаю, долго будем проходить-то. Рома! Почти готов! Я зашла, у меня два вида оружия. Ой, нифига себе, они взрываются. Так, отходим. А, я думала, он взорвется. Ничего, кроме отрав. Ну, нет. Здесь много того, что пригодится в дороге. А это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Да, тут уже... Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. Ну, уже все, нам не надо эти жизни. Да, реально, тут вот просто надолго, я уверена. В этом... не, я люблю набирать игры, но мы эту игру уже почти закончили, поэтому... я думаю, две игры самые оптимальные. Мне интересно, как Куплинов вообще справляется, он уже столько игр, наверное, повидал. У меня просто капец как много. Тут мы найдем точильный камень. Я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Вот, да, помню, приветик. Блин, мне понравилось. Но это говорит человек, который не играл в первую часть, поэтому мне не с чем сравнить. Возможно, первая часть там как-то лучше, не лучше. Опа-на. Вот. И... мне, возможно, нельзя судить. Но если как игра, то вообще как бы... Ой. Если не брать... если не брать в известие, что первая часть существует, мне игра понравилась. Я, правда, не так всем много прошла. Типа, я только дошла до открытого мира. Посмотрим, вот, либо завтра, если мы сегодня Horizon начнем, либо послезавтра, что будет. Чувствие обмануло. Угу. Опять какую-то штучку собираем. Let's go back. Вперед! Если бы мне предложил сделать совместный стрим Куплинов, конечно. Но я думаю, ему это не совсем было бы интересно. В этот раз я был готов.
Вижу. Потому что я ни разу не видела, чтобы он делал какие-то коллабы. Но я не была на его стримах. Может быть, на стримах он делает коллабы. Всегда ожидать худшего. Его летсплеях никого вроде не было. Всегда быть готовым к атаке. Главное, не я сегодня не матерюсь, да, я знаю. Прогресс. Это потому, что меня ничего не пугает, поэтому я не матерюсь. Если бы были скримеры, то я бы, наверное, орала. А так, да, я стараюсь всегда сдерживаться. Куда вас тут попадало? Еще что-то? Опа-на. Сколько у вас еще тут? Точильного камня нет. И остался всего один зал. Знаю, ну, наверное, в последнем нельзя, зале и будет точильный камень. Найдем? Нет. Да, ну вот мне понравился, как бы... Мне понравилось то, что ты убегаешь и лутаешь, и качаешься. Потому что это как в Дейзгоне. А я недавно читала новость, как типа фанаты первой части писали: блин, пожалуйста, не делайте ну вот эту игру, вторую часть, сюжетной. А РПГ это же когда типа сюжетная, да? Мы справились! А почему нет? Почему бы и не любить такие игры? Мы отсюда? Я не поняла, какая дверь открылась. Это, по-моему, выход, да? Ладно, давайте сейчас чекнем, раз мы уже здесь. Да, это выход? Я так и не поняла. А, вон там, да, надпись, я не увидела наверху. Я не увидела, думала, что легко. Оказалось неправильно. Так, тихо. Так, это что такое? Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный. Да. А, кто вы такие? А, вон его труп. Мы ищем точильный камень. Ты не видел? Был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал. РБГ, ну типа сюжетно, правильно? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. А, нам призраки пора. Же не могут нас... Опа-на! Мне уже ничего не страшно, поэтому... Второго также будем дубасить. Ой, я буду параллельно стрелять второго. Неплохо. Да. О, душ, помоемся. Радус уже давно вынимался, мне кажется, ему пора. Когда прямой эфир в инсте? Блин, не знаю на самом деле. Я бы хотела, чтобы это не просто был стрим, типа, дома. Что-нибудь интересное. А вы умеете драться. Этого у вас не отнимешь. Да. Так, все, что он сказал? Блин, ну слушай, на самом деле, типа, когда ты стремишься к совершенству, то ты всегда меняешься. В принципе, логично.
Вот, и, соответственно... О, мы там были, да, уже, да. Почему сын его предал? Убить родного отца из-за сокровища? Актуалочка, да? Помни, что я сказал тебе. Всегда ожидай худшего. Ну, то есть, вряд ли он был хорошим папой, но... Ты не знаешь ёп, версию мать. Сына. Ну да. Мы его не будем трогать, и он нас не будет. Как хорошо, что я от него убежала. Ну так вот, да, и... В общем, ты взрослеешь, меняешься и стремишься к чему-то, меняешь стиль, и все это, конечно же, влияет на тебя. Ну, то есть, например, я себя вообще не представляю с супер длинными волосами, которые у меня были. Также техника макияжа меняется, уходовые средства, абсолютно все. Ну, и как все вам это влияет. Точильного камня нет. Это мое мнение. Его забрал хозяин этого кинжала. Все самое хорошее унесли. О, почему? Ну, нет, не зашел. В обмен на кинжал. Просто мы чередуем игры и не каждый день стримим одно и то же. Вот. Кинжал, клад, который вы фаф, принесли, мира. Очень интересный. Вроде неказистый, но сделан качественно. В какой части храма вы его нашли? В спине разбойника. О. Не поняла, нам же надо было вернуться домой. Из какого-то большого клана. Может, камень у них? Возможно. Такой стиль я уже видел. У меня к вам просьба, совсем небольшая. Какая просьба? Говори. Я могу сделать что угодно. А, нет, подождите, там не было. А, выход. Ну, я всегда говорю, не нравится... Помните кинжал, который вы мне дали? Кинжал из спины разбойника, которого убил родной сын? Он был у разбойников, которые засели в крепости Нортри. Бьюсь об заклад, что именно туда они отнесли добычу из склада Фафнера. Вместе с тем камнем, который мне нужен. Чтобы помочь вам. Хрн. Так, подождите, начнем. Там был вар. Улучшить наши клинки. В этих поисках нам никакого смысла. Наверное, не надо было даже улучшать. К тому же, этот урод убил родного отца. Что тут у нас? Блин, мне опять не хватает ресурсов. А что, у нас все такое обычное? Почему? Смертоносные боевые ФС. Минус 18 защита. Ладно, пофигу. Есть еще. Я, кстати, даже не видела, что у него на руках эти железки, как его. Ну, поняли. Цели. Все, путь домой. Мы даже это выполнили. Прикиньте. Ну тогда давайте просьбы делать. Ты говоришь про... Ты говоришь у меня про этот самый... Как он называется-то? Господи! Про Dying Light? Блин! Я не знаю, на самом деле, я вот помню, что я вот там через ведьму пыталась пройти, может быть, мне пораньше вот сюда телепортнуться и вот так пройти. Потому что я на самом деле не понимаю, куда он меня там хочет привести. Давайте попробуем. Как раз таки портал где-то... Вот, портал здесь, а я слышу птицу. Ой, подожди. А, вон она летает. Ну ладно, я ее не достану. Да, вот что-то упало. Ладно, давайте сейчас телепортнемся. Когда найдете точильный камень... Блин, вот сегодня меня открыло балкон, и мне жарко. Так, сейчас, ребят, я... Можно нажать на паузу, пожалуйста? А, пока еще нельзя. Сейчас я быстренько открою и приду. Да, отопление, конечно, топ. Мне кажется, это просто дом еще такой.
сам по себе утепленный, потому что в Питере у нас в квартире вообще очень холодно. И, блин, не знаю, мои родители говорят, типа, что вообще жарко, но для меня это ледник. Блин, это почему страшно. Он хочет найти путь в Йотунхейм. Он верит, что великаны способны изменить предначертанное ему во время Рагнарёка. Ведь да, они старейшие враги асов. Тут пройти, и это я их армии не прошла, мне кажется, Вена пропустила. Сильнее его влечет их дар провидения. Он хочет знать то, что знают они, и видеть то, что они видят. О, скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости. Каких бед? А, как-нибудь расскажу, за что его прозвали. Греть кушать можно еще в этом. На сковороде. Что там по первой части говоришь? А, ну блин, я не знаю. Я просто не играла первую часть, поэтому мне вообще нормально. Так, я помню, что мы шли вот так. Чё ты там орёшь? О, привет. Я их вообще пропускала, этих птичек. Я думала, они просто как... ну, охраняют, не знаю. Да, далеко нас телепортнуло. Что вы там ковыряетесь? Да идём уже. Сейчас посмотрим, как мы туда вернёмся. Очень интересно. Не понял. Нам сюда, что ли? Нет. А, забыла, что там нас еще ожидает куча загадок, прежде чем мы туда придем. Let's go. Не знаю, кстати, тут, по-моему, дофига загадок было, я помню. Надеюсь, что нет. Но по-другому не пройти. А, ну у меня тут все открыто. Да, вот. Да-да-да, я точно, я помню эту штуку. Ой. В эту. Тут вроде не сложно, тут уже никто не появится. Здесь малой успеет. Да, он успел. Молодец. Блин, мы еще только самый маленький путь прошли. Но мы идем правильно. Мы идем верно. Сюда. Направо пойдешь. Рыбку поймаешь. Налево пойдешь. Туда можно подняться? Нет. Не знаю, эти развилки, не помню, как я тут шла, но вроде верно. О, вот соберись. Здесь я помню мы. Я не готов! Ты готов? На! Осторожно! Помогай, малой, куда ты делся-то? Сильные волки какие-то. О, наконец-то ты живой. О, блин, еще пришел. Чел. Кто? А! Скотина. Ну что, все? Это все. Да, слава богу. Собираем вот это все быстренько. Все же можно не собирать, но нет, я все равно буду собирать. Так, а если мы сюда. Он нас как-то идет, ведет не так. Ну вот здесь, да? Ну, вот это мы, да? Хотя нет, идет правильно вроде. Ладно, сейчас посмотрим. Если что, я не буду просто выполнять этот квест, потому что я не понимаю, как туда дойти. Иначе. Он ведет нас, как будто есть еще один проход. А я просто.
Я просто не знаю существования. Ну, блин. Так. Чья-то тут хатка. За лесами, за горами города, леса. Хотя нет, ребят, мы, кстати, очень близки к цели. Ну-ка. Опана. А почему... Не понял. Не понял, а почему он не может его открыть? Есть какой-то еще путь, что ли? Хорошо, давай посмотрим. Ну, по-моему, мы так шли. Это очень странно. Почему он не позволяет мне туда пройти? Опа-на. Что за фигня? Ладно, давайте поверху пойдем. Ну, вряд ли там что-то будет. А, нет, он у нас просто назад ведет. Very, very strange. Ну, я шла точно через тот камень. Не знаю, почему он не разрешает туда пройти. Может, заело? Ну, просто действительно странно. Но тогда нам не выполнить этот квест. Потому что там я не знаю, как пройти. Это так тупо. Ребята, вы это видели, да? Давайте вернемся. Может быть, мы пропустили какой-то дополнительный проход наверх куда-нибудь. 100% такое может быть. Потому что это God of War, и тут такое может быть. На внимательность проверяют. Ладно, вернемся тогда еще назад. Странно, я там не видела никаких проходов. Хотя вот та развилка, помните, где направо-налево? Может быть, она? Она так далеко? Ага, тут закрыто. Да, тут была только... Атрей, ко мне! Тут был только поворот туда, и все. Хорошо, давайте тогда еще дальше. А, вот здесь еще, кстати. Но мы вроде не отсюда приходили. А, нет, здесь просто... Очень странно, это правда странно. Окей, хорошо. Все не дает мне туда вернуться. Кстати, сундук, который я пропустила. Может быть, я должна была найти вот это рубленное серебро для чего-то. Поэтому нас вернули назад. Я потому что не знаю. Вот сейчас мы... я вам покажу, про что я говорила. Блять! Это что такое было? Не материлась она называется, вот. А, просто какие-то тут знаки и все. О май гад. Тогда нам придется вернуться еще назад. Сюда надо. Чтобы телепортнуться. А вот это что? Тут была. Но это место точно никуда не приведет. Да, это просто какая-то тут... А, ну мы здесь открывали вот эту круглую дверь, точно. Атрей ко мне, да, блин. Но он уже поменял к нему отношение, это прям заметно. Это чувствуется. Блин, а как же я вернусь туда? Может быть вот так? Блин, нет, угар. Так, ну... Что же я могу вам сказать? Нам придется как-то успевать. А, ясненько.
Очень удобно. Ты, конечно, стоишь. Блин, это просто... Либо я туплю, либо я не знаю. Здесь можно пройти? О! Идеально. Атрейка. А, мы снова тут. Да. Возвращаемся назад. О май гад. Не люблю я это, конечно. Вы знали, как я это не люблю. Типа, нет открытого мира. На, вот так бегай по одним и тем же локациям и ищи выход. Ну что вы там делаете? Делать больше нечего. Тут просто местность, да? А вот это что? Не знаю. Сейчас. Мы почти пришли, кстати. Ты где-то здесь, да? Да, где-то тут. Я помню, что мы здесь же этот мост бежали. Тогда сейчас будем искать у ведьмы проход. Там не очень много, куда можно пойти было. Странно. Вот мы уже с вами минут 30 потратили просто на проход к одному из заданий. Но это же тупо. Зачем так делать? Если вдруг... Кто знает, это прозвище, пройти, скромное свидетельство туда, того, то была бы вам очень благодарна, если вы мне подскажете. Он как-то был мертв 9 дней, повесился на ветке Игдрасиля, проколол себе бок собственным копьем и истек кровью в колодец судьбы. Он бродил по царству мертвых и выпытывал у мирового древа его тайны, пока не достал древа настолько, что был послан обратно в мир живых. Говорю же, чокнутый. Сказаниями мира обязательно. Так. Это что такое? Вход. Сокрытый чертог Одина. Наверняка мы просто... А мы... А вот это что? А это лавка. А я-то думала... А как мы сюда с вами попадали, вы не помните? Мы что, неужели вот так бежали, что ли? Потому что вдруг можно вот так сюда сесть, раз здесь Валькирия. А, мы тут не были. Значит, как-то можно туда попасть. О, лодка, да? Мы наверх поднимались с вами, но мы никогда не были на лодке. Да? По-моему, да. Именно здесь. Или нет? Или мы плыли? Ой. Разворачивайте. Просто смотрела, есть ли там проход. Так. Смотрим внимательно тогда. Почему ты служил Одину, если он так ужасен? Может быть, он как-то развернется там? Мне что-то подсказывает, что нужно как-то... Вот отсюда, вот так. И туда плыть. Но он нам показывает вот здесь. А, вы видите, да? А, вот проход-то, сука. Всё, так ради понял. Карьеры же. Мы сейчас хочешь выплывем. Как советник и короля, заплывем. Приходится иметь дело со всякими психами. Заплывем. Есть такое а что делать? Хороших мест мало. И заплывем с вами в... Мой первый хозяин был жесток. Видимо, туннель, который но рядом. Но я научился прибегать к Сириума, что помогло что я не мне видела потом там на службе туннеля, у королей и богов. Посмотрим. Я был чуть старше тебя. Мальчиком на побегушках и придворным шутом короля фей. По ночам мы с друзьями веселились в лесу. Нас звали проказниками и озорными духами леса. Проказниками. Чего мы только не творили. Дурили встречных людей. И пока нашего хозяина веселили эти проказы, ой, нам свежий все сходило воздух, с рук. Такой кайф. Но однажды ему надоело, роди, роди, и лети. Я понял, что мне пора. К счастью, годы превратили меня из веселого проходимца я, в образец кстати, добродетели, который ты сегодня, послышал? Собственно, видишь перед собой. Да, я мне вижу что-то послышал. Внизу. Я вот, кстати, люблю петь. Но сколько раз я не пыталась писать треки,
У меня ни разу не получалось. Опа-на. Карта обновлена. Это что? Вот видите? Мы тут не были. Вот. Нет, у меня один раз получилось написать трек на английском. Такого надо доработать. Приветик. Стоп, нет, это не тот заезд. Мы тут, по-моему, были. А вот здесь мы как раз-таки не были. Вот он, проход. Господи, слава богу. Ну а что подсказать? Как писать треки? Я, в принципе, знаю, ну, как бы, принцип, но просто у меня проблема в том, что не могу подобрать тему. Вот вроде хочется петь о том, что, ну, как бы, не знаю, там, в жизни что-то произошло или на какую-то конкретную тематику, которая тебя интересует. Но при этом хочется, не хочется углубляться как-то в это, хочется что-то поверхностное. И больше сделать акцент на музыке, на вокале, может быть, даже так. Вот, и поэтому с русским языком как бы проблема, потому что это не такой певческий язык, как английский, например. Вот. Можно причалить здесь. Во, наконец-то, новая местность. Let's go. Наконец-то новые трофеи. Ломаю. Прохожу. Что нас тут ждет, интересно? Очередной босс. Да игра просто про боссов на самом деле. Про великанов-боссов. Ну-ка. Да, вот мы почти дошли. А у нас какое там задание? Что-то нам надо было. Так. Это что такое? Так, я... А, это птичка не настоящая? Блин, эта птичка была живой. Ну ладно. Это, наверное, единственный персонаж, который падает с такой высоты и не умирает. Это очень хорошо. Ну вы посмотрите, кто пришел. Да. Хотела ему немножечко там сломать что-то, ну ладно. Вот это удар! У меня, кстати, ровно наоборот. Мне проще на английском. Ну, как бы, мне проще на английском сразу херачить. Поболтай-ка быть... с кольцом. Что? Я не слышу мысли колец. Оно говорит. Это Андвари. Ха, я знал. Он отправился в шахты Велунда, чтобы узреть свою ошибку. На него напал душеед. Умный парень. И Андвари успел заклятием переместить свою душу в это кольцо. А потом... А где он припрятал добро? У Андвари была мастерская с самыми разными прибамбасами и навороченными инструментами. И среди них такой молот. Так вот, пусть скажет, где молот. Ты его обижаешь. И что? Мне его жалко. Берите-ка Андвари и сходите прогуляйтесь туда. Ему если жалко, найдете его обижают. Молот, я вам такое смогу отковать. Ха-ха-ха. Такой батя думает, бля, как я Погоди, устал. Вы входной камень-то не забудьте. Опа-на. Мне проще сразу на английском писать, потому что... У меня, в принципе, даже когда я... Разговариваю на английском, я уже не строю приложение сначала на русском, а потом на английском, потому что так больше времени затрачивается. И из-за того, что у меня было очень много практики, ну, как бы в универе,
что мы постоянно болтали. Слова просто уже как-то сами становятся на нужное место. Не знаю, как это объяснить. Ну, чисто как бы тема переводчика такая. Вот. Андвари не любит, когда берут его вещи. Мне наплевать. А, не, я не говорю, что... Я не скажу, что нет вообще нормальных песен там с вокалом на русском. Конечно же, есть, вы что? Я имею в виду, при написании намного сложнее этот русский язык, чем английский, потому что в английском больше гласных звуков. И мне даже это неоднократно говорили разные преподаватели по вокалу, так что не надо мне тут. Ничего на свете лучше нету, чем бродить этот по белосвету. На-на-на-на. Ой. Ой, это что такое? Какая-то тварь уже нас готовится сожрать. Враги. Да, вижу. Сложные враги. На! Тихо. Кто где? Опа, на. Экшена вам немножечко. Тихо. И немножечко экшена еще. Что еще, что ли? Ну хватит уже все. Ничего на свете лучше нету, чем родиться на побелоске. Гном был из его команды. Блин, а тут получается сундук, да? Мне еще наверх можно забраться? А, нет, первостепенно мы сюда. Да, нам не нужны были жизни. Мне кажется, здесь будет босс. Опа-на. Наверное, его нужно толкнуть, да? Или что? А. Я думала, не, нельзя. А, вот, можно забраться. Где сын? Вон рядом. Вон он на этом сидит. Грума! На... Ой, ему не нравится. Он говорит не спускаться туда. Почему? Сын, хватит слушать кольцо. Ему нельзя доверять. Так и думаю, блин, как вот сынули что-то вообще... Ну, что такое-то? Что за дело-то? Сынуля мой с кольцом разговаривает. Господи, совсем с ума сошел. Так, что тут? А, блядь! Сука, тварь! Блядь, какого хрена тут скримеры? Фух, меня аж в жар кинуло. Тихо. Это эти летающие. Ну, логично, в принципе, у них крылья. В смысле, эти ангелы черные или как они там. У меня прям фаер просто на готовности. Но мы не будем его использовать, оставим на сладкое. Там еще можно было наверх. Ну, не знаю, почему мы вниз идем. За сундуком? А, погодите. Мы можем сюда прийти, а затем вниз. За сундуком-то я схожу. Так, все, давайте дальше вниз. Ничего на свете лучше нету, чем бродить этот. Я думаю, что мы сегодня с вами будем Говчанского прям добить, ой, топить и топить, потому что... Приготовься!
Мы целый час играем, мы даже одну миссию не прошли. Заткни ты это кольцо. А как заткнуть? Чё он такой злой? Бедное колечко. Оно хорошее. Чё он на него ругается? Оп. Так, сейчас ровно сяду. Это что? То есть нам мы можем залезть, но можем подняться. Блин, опять просто куча вариаций. Я это не люблю. Вы это знаете. О, это что такое? А, я помню. У нас давно не было что-то этого. Да, этого прям давно не было, я могу даже так сказать. Ой, как далеко нам идти с вами? Мы вообще туда идем? И бродяга, приготовься. Кто? Чему? Он сказал Весемир? А, вот бродяга, вижу. Бродягу вижу. На! Осторожно, сзади! Почему стрелы сильнее, чем эти клинки? О, он сдох. На. Экшон. Все? Есть. Мы с вами силачи. Окей. Откуда тут вообще душиед? Он так мило почему разговаривает. Сын, он так мило говорит. Его трудно не слушать. Там мы опять с вами оставили что-то. Ну как туда спрыгнуть? А, можно, да. Ну, жизни нам не нужны, пускай они останутся. Мы вот здесь, по-моему, были, да? Не напугал меня. А хотел, я знаю. Хотел напугать. За это ты уничтожен будешь. На. Еще один, что ли? Нет, не надо. Здесь мы не были, да? По-моему, нет. Let's go up. Поднимайся, все. А, он не может. Прыжок. Это что висело? А, это трупа. Куда он нас ведет, интересно? А, мы вообще уже не здесь. Мы прошли, кстати, нашу цель. Мы вот здесь были, я вам... По-моему, да. Ладно, вернемся назад. Окей. Окей. Я не знаю, стоит ли на самом деле проходить какие-то оставшиеся квесты. Потому что они по сюжету уже ничего нам не откроют. И я имею в виду, есть ли смысл делать какой-то дополнительный стрим. Опа-на. Еще локация. Ну, типа, может быть, это будет последний стрим по Гову? Ой, что это было? Говорит, сундук связан с цепью ловушек. Ну, сейчас мы его и откроем. Это несмотря на то, что он связан с ловушками. Не вижу ловушек. Я тоже. А он вот уверен. Ну, раз он уверен, пускай будет уверен. А! Это, господи, это просто птица. Фух. Сынуль, ты чё? Давай.
А, не сынуль, это просто, видимо, баг, лаг. Кстати, баги и лаги, это в чем разница? Баг — это когда, типа, в текстуре застрять, а лаг — это когда заедает, да? По-моему, да? Ой! Так, а где тут еще? А, вот. Кстати, он показывает, что... Не знаю, может быть сюда, а может быть и не сюда. Капец, тут локации сюда. Просто капец. Слушаюсь. А, по сети это когда лаг, все поняла. Круто, новая карта. Новое место из свитка. Склонись перед Тором. Моя жизнь была посвящена служению Повелителя Грома. Свое величайшее сокровище я зарываю там, где должны жить все обитатели Мидгарда. У ног бога богов. Бог богов. Бог богов боговчик. Окей. Тут мы тоже, по-моему, были как-то, нет? А, мы сюда вернулись, что ли? Нет, нам туда вниз надо. Мы вот так просто не можем спрыгнуть? Нет, нам нужно обязательно подойти к этому. Привет! Приветик. Вниз, так вниз. Значит, мы все правильно шли. Где-то здесь. Не там. Не знаю, зачем нам тогда... Тут подъем. Обычно все не просто так. Мы с вами правильно шли, но что-то я не поняла, где мы свернули. Что вроде бы я тут все посмотрела. Наверху. А что это такое? Это же монстр вот этот вот. Господи, как хорошо, что он спит. Так, наверху он сказал, да? Что наверху только? Я уверена, что он оживет, конечно. Да, туда. Теперь сюда. Так, ну-ка. Я не понял. А, мы сюда повернуты, все. Ладно, блядь, мы, походу, с вами правильно шли. Сорян. Что-то я, видимо, туплю сегодня. Сегодня, кстати, ложусь спать сразу после стрима. Надеюсь, что так и будет. Опа, на это что такое? А. То обычно я уже говорила, что у меня энергия появляется после стрима. Барри говорит, его мастерская вон там. Знаю, нельзя доверять кольцу. Нам опять туда вернуться надо? О май гад. Это задание просто такое долгое. Ладно, Кристиночка, не ной. Надо ныть. Если бы сразу сообразил, то все было бы хорошо. Я на самом деле думаю, что это действительно будет последний стрим по голу. Не понял. А, вот сюда. Потому что эти побочные миссии, ну хрен знает, интересно они или нет. Надеюсь, что лягу. Следи за ними! Больно, блядь. На. Прости, я не готов. Стрелы как будто бы реально сильнее, чем мои клинки. Блин. Мощный чел. Да умри уже, господи. Ни хера себе.
мурикейки! Давай, давай, давай! Все. Ура! Так, собираем трофеи. Что-то мощное собрали. Защита. Даже не буду смотреть, ребятки. Я халтур, я знаю. Закрыто. А. Не понял. Сын. Отец, послушай, Андвари натворил что-то плохое. Он рад, что ты разрушил его мастерскую и жалеет, что пришлось нас обманывать. Его молот прямо за воротами. Я ему что-то не верю, если честно. А почему мы не можем туда попасть? Что-то я не понял этого. А, блин, видимо, должна была быть речь. Ты уже была дома? Не, я так и не вернулась. А домой куда? Вот сюда? Типа вот сюда? Нужно было прям домой вернуться? Но мы сегодня точно вернемся. Потому что... Я так хочу досмотреть сюжет. Вот, а так? Я думаю, что мы сегодня пары побочных пройдем. И думаю, на этом все будет. Ну, с этой игрой. Пойди сюда. Кого смотрю? Ладно. Из стримеров? Никого. Я смотрю только YouTube. Чё там он написал? Ладно, не хочу читать. И здесь его. Да, вот. Молот и правда неплох. Андвари говорит спасибо. Андвари, такое хорошее имя. Мне его жалко. О, мы это можем толкнуть, да? Давай толкнем. Оставим себе. Да. Мы поговорим с синим. Давайте руками его отращим. Я знаю, что это не все. А, нет. Вы им показали. Последний был. Да, мы им показали. Так. Немножечко позевала, признаюсь. Наверх, да? Бля, какой низ. А вниз или наверх? Я уже не помню, кстати. Стоп, стоп, стоп. Ой. Мы тут не были, да? По-моему, нет. А это что? Просто сундук, что ли? Мне кажется, что да. Просто сундук, ясно. Понятно. Больше ничего нет. О май гад. Надеюсь, что этот путь нас приведет прямо к тому челу. Ну, по-моему, да. Нам куда? Нам? Блять, мы пришли ровно тоже откуда и вышли. Только не помню, как идти. Сюда, по-моему. Да, вот сюда. Ой, это
что-то синенькое. А, это мы повернули. Так, друзья, секунду, я пойду еще больше открою окно, потому что что-то капец жарко. Я вернулась. Надеюсь, что сейчас сильно не задует, и мне не будет холодно. А так может быть. Вполне. Синий, мы вот, вернули молот тебе. Молот твоего алхимика. А дух его меня уже достал. Ха, он хороший. Андуари всегда был занозой в жопе. Но алхимик от богов. Давай сюда, я его расплавлю. Что? Не надо плавить. Запертая душа сделает то, что я вам мастерю. А, да, мощнее. Я думала, конечно же. Не хотите, что ли? Но... Отец, так нельзя. Сейчас. Вот, подержи. Он правда очень полезный, честно. Ладно, если он и правда будет полезен. Короче, просто я бы хотела путешествовать и делать такие парнишка видео, как мямля, а? Да, именно Фису. Перерастет. Вот, а так снимать их в Москве как-то не знаю. Мне кажется, это немножечко скучно. Только больше не ссорься с братом, хорошо? Чё, все, у меня он есть этот молот? Он, конечно, стал чуть меньше меня бесить, но пусть не задается. Клиентов у меня и без него хватает. Правда? Это как? Доступно улучшение оружия. Ну вот ты, например, опять приперся. Это да. Клинки, левиафан. А где наш этот... Когтя, мы всего когтя, по-моему, просто приходите еще. Ладно, давайте тогда... А, подождите, у меня портал. Давайте тогда вернемся домой. Мне просто кажется, что... Типа, снимать влоги про съемки, это уже такое заезженное. Ну, именно в Москве. Если там... Где-нибудь в другой стране снимать, это было бы более прикольно, потому что не все не могут пойму. Туда поехать. Один хочет предотвратить Рагнарёк, но СМИ уже был вот. Там, видел битву. Так что если что я поеду, судьба я штука хитрая, сниму. И Одину хватает самомнения пытаться ее использовать. Судьба – очередная Блин, выдумка ну не богов. Знаю. Нет ничего такого, что нельзя переписать. Вот тут, брат, вы с Фиатцом сходитесь. Даже если ему не удастся предотвратить Рагнарёк, он надеется узнать столько, чтобы изменить исход битвы. Но это у меня всегда так казалось, на самом деле, насчет влогов, что, типа, это слишком однообразно как-то и скучно. Я про ТикТок тоже так думала, а потом начала такой простейший контент пилить, что он стал заходить. Кажется, прошла целая жизнь. Немного да. Сквозит, но все лучше, чем когда у тебя кора в жопе. Ха-ха-ха. Так, ну я вернулась домой. И чё? Нужно зайти в дверь? Пора отдохнуть. Поспать, буду спать да. До весны. Угар. Ладно, сойдёт. Привет. Спи. Я уже... Блин, ну не знаю, надо подумать. Можно и попробовать, да, согласна. Спустя годы, нифига себе, долгий сон. Что это? Бери лук. Ну это же не может быть такой долгий сон, правильно? Папаня? Зевс, что ли, пришел? Кто такой? Тор пришел! Тор! У-ху! Надеюсь, я с ним не буду драться. Конец игры, да? Блин, я зря, наверное, сейчас пришла там. А, нет, ты что, наши дни. О, спасибо за подписку! Ты готов? Да, но у меня был странный сон. Фимбл Винтер заканчивалась. Симпл Тимбл, папа. И к нам прямо сюда пришел Тор.
Это просто сон. А, это сон. Странный был. Сон. Блин. Он казался явью. Казался, да, будущим. Тогда мы подумаем об этом завтра. А сегодня, сегодня у нас дела. Идем. Какие дела? Ты уже все сделал. Прикольно. Пришел Тор. Я уверена, что это, знаете, как, ну, предзнаменование какое-нибудь. Гномы. Семейное дело. Так, это куда нам надо? Это нам надо, получается... О, тут разные миры, да? Да, это разные миры. Я, кстати, никогда не смотрела. Активные метки. Где находится? О, нифига себе. Нифига себе. Можно я туда просто перемещусь и все? Так, что у нас из цели еще? Мертвый фрахт. Сейчас, это где-то вот здесь рядом было, да? Да, мы туда сразу можем переместиться. Кстати, мы вполне можем успеть с вами сегодня все доделать. А, приветик. Или если еще не здоровалась. А, слушай, ну я просто его уже проходила. Два раза. Я в него просто играла, типа, ну, стримила, потому что его прикольно стримить и что-то говорить. Почему у тебя в глазах кристаллы Бифрёста? Поэтому не знаю. Это подарок великанов. Они решили, раз я столько путешествую между мирами, то нужен кристалл, который я точно не потеряю. Хотя, может быть, через полгода, почему бы нет? Ну, я же благоразумно предпринял меры. Заранее накачался 16 кубиками Эля из слез, пролитых девами волн. Напился так, что убеждал великанов вставить мне эти кристаллы в соски. Чуть не уговорил. Представляешь, Мимир кристальные сиськи. И да, было время. Ладно, ладно. Все, молчу. Very funny. Блин, не знаю, я подумаю над этим на самом еще деле. Идея крутая. Еще одна валькирия. Типа. Это не совпадение. Но кто вырезал их на светильниках Тюра? Не надо нам валькирий никаких. Мы просто сваливаем. Нам не сюда. А, я подумаю, просто... Это сложно, потому что не всегда мне нравится съемка. Не всегда нравится мейк, который мне делают, но если вдруг чё, я буду помнить об этом. Ой, мы там с вами штучку оставили. Стой! Стой, подожди. Я ее заберу. Я ее заберу. А вот это что такое? Сюда не можем, да, забраться? Нет? Так, вот сейчас эту бочку снесу. А вот что там горит такое? Может быть, это типа миры? А, тут везде горят они. Так, ну где-то вот тут находится. Вот, вот здесь. Это ведь был дракон Бальдра, да? Да. А змей, интересно, он же живет? Спасти меня? Настоящий подвиг. Мои. Да. Ну-ка. Мы их всех убили. Ну, то есть упокоили. Ясно. Убили. Значит, я проиграл даже после смерти. Но при жизни ты был достойным и волевым человеком, и твои люди тебя уважали. Ой, спасибо. Это хороший пример. Ну, правда, блин, сын? А вы же не надо видели, же, как много людей пошло, что за тобой может происходить на съемках? Спасибо за добрые слова. Недавно, кстати, вот у меня такая интересная тема была. Пусть ваше путешествие завершится удачнее, чем мое. Я не помню, кстати, рассказывал или нет. В общем, когда... Спасибо за деньги. Ну, ты был прав. Не очень-то он обрадовался. Наверное, невозможно. Короче, была съемка, получается, купальников, и там нужно было намазать тело. А что, почему я не могу отметить цель? Не с потерей тех, кто тебе дорог. Сейчас. Невозможно. Короче, нужно было намазать тело маслом, чтобы блестело. Используйте... А, мир тумана, окей. Узнайте о судьбе валькирии. Нет, валькирии я не буду даже проходить. Ни разу. Нам придется туда идти.
Или в эти мира. Не знаю, просто так далеко туда идти. Ну ладно, пофигу. Мы, кстати, можем телепортнуться. Телепортнусь. Вот, и короче, ну, в общем, сказали, что на прошлой съемке там не со мной, вместо масла использовали лак для волос. Как будто целый город под водой. Ну, на тело. Да, парень, забытый город. Мне эта идея показалась сразу странной, типа, он же слепляется. Но если на предыдущей съемке все было хорошо, я подумала, типа, ну ладно, окей. В итоге мне сначала чуть-чуть так напшикали руки, ноги. Думаю, ну нормально, даже ничего не стягивает. На камере оказалось этого недостаточно, и пришлось суперслоем меня напшикать. Прямо вот так держа, вот так долго. Потом уже было, конечно же, не очень приятно, но... А что поделать? Но в дальнейшем, короче, этот лак весь... скомковался как-то, я не знаю, и кожа выглядела, как будто бы она старая. Вот, и пришлось это смывать влажными салфетками. Вот, и потом заново наносить масло. Ну, было прикольно. Ой, ну я знаю, да, эту тему насчет ТикТока. Там Валькирия, это я помню. Но мне это не совсем интересно было бы, на самом деле. Вот. А также еще было летом, вот, например. Нужно было снимать в каком-то парке. В парке есть люди, но их не так много. И нет туалета. То есть туалет был далеко от того места, где мы снимали. И мне говорят, типа, ну ты переодевайся прямо на улице. Я говорю, что? Ну, прям на улице, вот на полотенчик, а там купальники, типа, снимаем. Вот, я так и думаю. Купальники на улице, окей. Ну, в итоге приходилось брать полотенчик и там переодеваться, прям в полотенчике. Не совсем при людях, но они там были. Это было стрёмно. Потом, короче, мы снимали очень много, короче, и типа, я сразу извиняюсь. О, новый портал. Не в ту сторону идем. А как мне тогда в ту сторону пойти? Нет, давайте все-таки доверимся этой лодке. И мы снимали где-то, наверное, с 4. Вот, и до 7 примерно. И где-то в 7 часов мы снимали у деревьев, у кустов. Прям рядом. И к вечеру мне начали жать комары. У меня было где-то около 20 укусов. Нет, как ты оказался в этих краях? Это все чесалось. В жизни каждого бывает момент, когда он меняет имя и идет на север. Неприятненько было, конечно. Чтобы начать все заново. Если прожить достаточно долго, можно уйти очень далеко на север. Да не, я думаю, не оставляет. К моменту нашего знакомства я уже проверила на себе. Я думаю, просто зависит от состава. И решил сразу продемонстрировать ему то, что он точно оценит. Таинство. Так, а мы не туда, кстати, с вами плывем? Таинственный колодец знаний. То есть обычный колодец и хорошую порцию таинственных грибов. Чтобы Бог что увидел все, что мне надо. Мне что-то подсказывает, что он нет? Был очень впечатлен. Не знаю, что он такое увидел, раз попытался нет, вырвать себе глаза. Нет, увеличивается, да? Я успел помешать ему это проделать. Или мы тут позже я убедил его, что это была его не жертва знаю. Ради обретения высшей формы видения. Да, мы с вами не туда плывем, нам надо было... Блин, почему здесь на карте показывается земля, если... А, вот отсюда надо было, кстати, идти. Ну и все ладно, такое сейчас прочее. Доедем. И я думал, что он поверил. Но потом он забрал он глаз у меня. И я понял, что его не проведешь. Я он тоже знал, что я его обхитрил. Счел это уроком и взял меня на работу, чтобы... Это мы где? Вход. Я был на его стороне. Я поняла, где мы. И долгое время так и было. Но он все равно затаил на меня. Ну, решила поменять свой образ. Вот.
Да и плюс каре у всех, и типа, мне захотелось что-то новенького. И, блин, я вообще ни разу не пожалела, что я его подстригла. Потому что я себе стала нравиться... Я себе стала нравиться в два раза больше, чем было. Вот. Поэтому, блин, сейчас бы вспомнить, что еще было, что какие еще были ситуации. Карта обновлена, а что тут? Я сюда вроде не приходила, но и не хочу. Блин, ну помню, как-то еще в начале моего пути. Типа у меня была съемка, и я предупредила, что у меня будет макияж. Ну, как бы, они собирались новый макияж делать. Вот, но я их предупредила, что у меня будет... Опа-на. Ребят, нам походу туда. И я предупредила, что у меня будет макияж, и что на это понадобится время, ну, как бы, что, чтобы его смыть и новый нанести. По итогу на меня, короче, начали агрессировать, типа, мейк, хотя я предупреждала. Потом я зашла уже сниматься, там была еще одна девочка, вообще не моего типажа, такая милая, вот чисто каталоги, знаете. Но вы не знаете, ну, я имею в виду, просто милая девочка. То есть у нее лицо такое, вот у меня просто тогда, я была заложницей одного образа, у меня было все время, типа, серьезное лицо, я никак не проявляла эмоции, ну, не улыбалась, ничего. Что? Вот. Где? Не знаю. Где? Ничего нет. Вроде бы, да? Ну вот, и... Короче, они начинают мерить мне все платья большие. И они их закалывают, типа, им не нравится мой позинг, им не нравится мое выражение лица, и они вот это все прям выражают словесно, типа, блин, нам не нравится поза, блин, нам не нравится, типа, лицо, нет, не делай его таким агрессивным. Я не понимаю, почему ты решил служить Одину? Вот. Тогда я был молод, имел амбиции. И это очень сбивало с настроем, потому что это реально сбивает. Ты думаешь, ну что они вообще от тебя хотят? И я сказала, типа, давайте вы по референсам мне референсы покажете, будем по референсам работать, чтобы не было никаких вопросов. Просто покажите, что вам нужно. Они показывают, я делаю, им все равно не нравится. Советником Одина, которому тот доверял чуть ли не как себе. Короче... Мы ее попозже закончим. О, наконец-то. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Нам туда, это кстати. Это же бесценная реликвия. И... в общем, ничего не происходило, ничего не менялось, им не нравилось. И в дальнейшем они такие, типа, блин, нам придется завершить съемку на час раньше. Они еще не хотели деньги платить, потому что они завершили съемку, то есть они по ошибке взяли платье в два раза больше, чем они были. И на меня это все выливали, то есть как бы свою вину, и это очень тупо и непрофессионально вообще так делать. Хотя бренд популярный довольно-таки в Питере. Это вряд ли. И... Опа-на. И в конце, когда я уже переодевалась, эти разбойники не желали видеть гостей. Они там и такие женщины войти? В возрасте прям. Надо как-то поднять ворота. Ну, не как бы не в форме. Может, они. И они просто начинают мерить эти платья и такие типа. Вот на нас это идеально сидит! И смотрят на меня. Я такая думаю, блин, вот я уйду и можете говорить, что вообще хотите. Какое вообще право имеете, такое говорить. Ну, меня оскорблять как-то. Хоть и скрытно. Но это все равно оскорбление, короче. Вот. Они еще. Кто? Они еще не хотели мне реально платить. Хотя это вообще не по моей вине все произошло. Ой. Ну, короче, история интересная. Умрут. Отличный приз. Что еще могу рассказать? Ну, тоже был подобный бренд в Питере. По стилю, типа там платья всякие в горошек такое.
Вот, и... А, сейчас что там? Да, я знаю, что мой ТикТок так начинается, но мне все устраивает. Потому что я долгое время думала, что снимать ТикТок, и нашла себя именно в таком формате. Вот. Что еще? Я уже только что объяснила про горы, господи. Ребята. Еще была ситуация, ну просто вот как раз таки, да, похожий бренд. Че он меня сюда привел? Тут ничего нет. Нет, там ничего не было. Тоже фотограф там была какая-то кончалыга, прям бесила меня. Она постоянно меня поправляла, меня это раздражало. Тоже там платья были не по размеру. И тогда уже я была чуть более опытная, чем когда эти женщины были неприятные. И там фотограф просто требовала, типа, такие... Ну, я называю это деп-позы. Типа, позы департамента. Департамент — это... в общем, типа, этот клуб в Питере называется департамент. И это как ресторан-клуб, и туда ходят одни эскорт... Ну, как бы не эскортницы, но, типа, такие, как бы... Интересные. Ну, в общем, слишком... Фейсапные тёлки, во. И поэтому у меня типаж таких девушек, они называются департамент, как бы. Ну, то есть типаж этого клуба. Как бы это жестко ни звучало. Не понимаю, куда мне, блядь, идти? Совсем, сука, рядом находимся. Вот, и... Подождите. Наверх как-то. Водичка, пью водичку. Вот, и... Они меня просили делать депозы. Это депозы, это когда... Типа, грудь вперед, попочку назад. Вот так, взгляд вниз, руки в бок и улыбка. И все, все платья, сука, с этими позами. Я пыталась как-то это разнообразить, что-то добавить. Не странные позы, какие-то коммерческие, супер продаваемые или там обычные. И ничего ей, сука, не нравилось. И, блядь, она все это говорила. Мне просто хотелось ее убить. Вот. А, и потом в конце они мне сократили тоже на час. И снимали дальше своих дептелок. Это было угарно. Так. Тут какой-то механизм, да? Мне его придется сдвигать? Нет, я все правильно... Стоп. Я не понял. Мы вот здесь находимся? Что это? Я что-то не понимаю, как бы. А. Пойдите в клуб. А, туда? Опа-на. Не успела. Готов, что приказ? Оп. Арони. Что-то, кстати, знакомый ресторан. Не помню. Короче, да.
Просто я считаю, что на таких съемках, если как бы вам не нравится, допустим, когда ты злишься, как работает на человек, когда? То нужно, не нужно выражать как бы свое недовольство могу, таким образом, а как делали могу эти женщины. Человеку сложно признаться в том, что короче, он... я понял, я мелкий. Опа-на. Где может быть этот камень? Короче, человеку не нужно выражать так свое мнение, но ему нужно просто сказать, что... не знаю, прости, мы не можем с тобой работать, потому что там, не знаю, ты не наш типаж. Ну, например. Ну, как-нибудь просто прямо и объективно сказать, но не оскорбляя. Они это делали, прям оскорбить меня. Мне. Тварь. Смотрит. Кто там? А, осторожно, я там плачу. Не взрывают. Тварь. Он восстанавливает жизни, нифига себе. Чекай, чекай. Все, да? Проучи их. Да, проучи их. Так, ребята, сейчас подождите, я отойду ненадолго. Скоро вернусь. Я вернулась. Так, что там? О, нифига себе. Нет, просто они... просто, наверное, не угадали с выбором типажа, поэтому... так отреагировали, то есть они видели мое портфолио, они видели, что у меня все фотки с каменным лицом. Они должны были знать, что как бы модель, она не способна проявлять эмоции. Вот. Но так как у меня сейчас уже разнообразное портфолио, вот, по мне так уже не скажешь, потому что я это подработала. Нет, на самом деле это все согласовывается командой, то есть...
всегда фотограф знает, кто модель, и такого не может быть, что фотограф приходит такой: о, я не знал, что ты как бы будешь, я думал, кто-то другой будет. Такого не может быть. Ронни, это где остров Новая Голландия? Не, кстати, там не была. Это новый какой-то? Он какой-то, что-то синее горело. Так, что, куда мне? Оказывается, что на этом этаже. Это просто огонь? Это наша лодка, мы сюда приплыли. Если он покажет ниже, то я не знаю. Очень сложный квест. Не люблю искать. Опа-на. Сын. Любопытно. Если как бы фотографу модель не нравится, то он говорит, что я не буду ее снимать, давайте кого-нибудь другого. Но обычно это так работает. Вот. Так, я вижу вот этот ящик. Мне, наверное, сюда нужно бросить свой меч. Не пугайся. Все под контролем. Опа-на. А, ничего нет. Прыгаю. Ой, это кто там выглядывал? Мышонок. Ой, не то. А чё он поёт-то, я не понимаю. Клеоста какая-то. Что такое Клеоста? Опять драться. Чё, неужели не драться? Не верю. О май гад, это что вообще за помещение? Я знаю, что нам не сюда, но... Сейчас глянем, что это. Нифига себе. Где ты, малой? Давай взорвем эту стену. Наверное, сундук. Капец, опять огромная локация. Прикол, но это, наверное, авторская кухня какая-нибудь. Вот я не любитель супер авторской кухни, потому что иногда прям, да, может попасться, ну, в смысле, не попасться, а меню может состоять из несочетаемого. Где я вообще? Куда я пришла? Я тут уже была, да? А, нет. Что там случилось? Семейное дело. Осмотрите корабль разбойников. Я, кстати, правильно шла. Музыка такая, как будто бы... как будто бы из Матрицы. Как мне тут спуститься, Лёня? Я не понял. Нет, я не туда пришла, походу. Блин. Как так-то? Сюда можно? Надеюсь, что да. И сундук это мы открывали. Как так-то? Не поняла я что-то. А, мы здесь вернулись. Но там не пройти. Что за хрень? Ладно, я просто не там свернула. Хорошо. Надо было туда идти. Окей. Куча рандомных комнат. Здесь нет корабля, да? Да, нет. Вон он. Стоп. Я сейчас здесь же, что ли, появилась? Походу, да.
Но это не то. Мы либо с вами пропустили какой-то проход, либо я уже не знаю, что. Может, куда-то нужно что-то бросить? My carable. Можно просто меня туда пропустить и все. Ну тут проход вообще из какого-то другого места. Это опускается хрень как-то? С той стороны. О! Опа-на. Да. Угар. Я вообще этого не увидела, конечно же. Поначалу. Да, игра хорошая, мы ее уже прошли. Проходим этот побочное, если ты не смотрел еще. А вот и сын. Того призрака? Как ты узнал? Вот знак. Такой же был на кинжале в спине его отца. Он своего добился, но удержать не смог. Окей. Они его предали. Подлость рождает подлость. Видимо, команда не ужилась с тем, кто убил своего отца. Он думал, что готов вести, и заплатил жизнью. Похоже. Взгляни-ка, у его ног. Точили камень. Да, им они разбили ему голову. Правда? Фу. О, а Трей, кстати, волосы, что ли, отросли? Блять! Я рядом! Прости, не могу! Сзади! Блять, больно. Блять, я застряла! Тварь, а? Тварь. У него почему-то... У него стрелы лучше влияют. Всё. Кто еще? Почему они бросили точильный камень? Наверняка он непростой, раз Синдри его ищет. Ну, разбойников своих критерий. То, что не близко. Недавно, кстати, попробовала сушеную грушу. Блин, это так вкусно. Мне иногда сухофрукты нравятся больше, чем всякие сладости. Типа там тортики там, ну и так далее. Сухофрукты как-то вкуснее. На самом деле, по... С ними тоже нельзя борщить. Я туда не могу... А, вот здесь. Опа-на! Кто здесь? Никого нет, слава богу. Собираем. Я уверена, что это можно будет открыть. А, ну да, можно. Проход откроем себе заранее. Опа-на! Анонимный пользователь дарит 3 подписки. У-ху! Сын, сюда. Слушаюсь. Галочку забыл убрать. Где? Тут свиток. Это написал сын. Ну, что там написано? Давайте почитаем. Папа, пока ты охотился и грабил, меня растил дедушка. Он учил меня и заботился обо мне. Я его любила, ты вонзил ему в спину нож. Я тебя тогда возненавидел. Но время способно изменить все. Воины клана торжествовали, им было плевать на его доброту, они считали его проявлением слабости. Как не противно это признавать, с тобой во главе хресла Фармадр пришли к процветанию. В детстве я поклялся Норном, что отомщу. Со временем я научился владеть мечом, и ты, наконец, начал меня замечать. Мы сблизились, но Норны не терпят нарушения обетов. Даже если их принес обиженный ребенок. Их сундук возле хранилища Фанфира напомнил мне о своей клятве. Извините, я так читаю, потому что плохо вижу. Цепочка предательств продолжилась. Ты убил моего единственного настоящего отца.
Но мне все равно горько. Я сожалею о том, что сделал. Прости меня, Вандрит. Ты так много тут. Отец, прости понял. Меня. Угрызение совести. Сожалею о содеянном. Лучше бы он подумал до, а не после. Не пришлось бы лопнуться. Так? Найдите другой выход. Хорошо бы отнести это его отцу. В хранилище. Вот, наверное, выход, да? Да. Сундук, ребят. Ладно, пофигу. Ладно, давайте забьем на этот сундук. Я хочу все успеть. Так, что? Можно открыть здесь. И что тут? Господи, рубленое золото. Куда же мы теперь пойдем? Мы сейчас что-то делаем. Даже не знаю, что у нас там, какая цель. Вернем эту хрень. А, подождите, его надо зафиксировать. А, не надо фиксировать, все. Да, я помню, вы мне говорили. Но не особо, если честно, моя цель на самом деле. Золото Этира собрали. Вот еще у нас золото Этира. Ой. О чем это я? Ты стал доверенным советником Одина. Вот там птичка, ага. Мы сейчас ее убьем. И такая власть, парень, надо признать. Прикольно, дает свои преимущества. Прикольно, что они втроем. Ой, он ему подал голову. Давай я тебе попозже это расскажу. Так мило. Ой. Он ему подал голову, вы видели? Не знала, что он так умеет. Нашли мы твой камень. О, чудесно. О, бабиси. Обычные пятна. Им одному разбойнику башку раскололи. О, чудесно. А это вам за труды. Что это? Рукоятка. Какая-то она отстойная, если честно. Ну, спасибо. Так, следующее с нами у вас задание. Время лечит. Непокоенный. Это вообще где находится? Не понял, то есть... то есть нам надо вернуться. Видите, новое задание появляется. Это получается здесь. Нам надо, скорее всего, вот сюда. Либо отсюда сюда. Давайте попробуем, мы где находимся? Мы вообще здесь. Испытать новый камень. Вид у него не очень. Нам еще далеко и далеко так пилить до телепорта. Я остался без камня, когда его у меня одолжил брат. Он на него... Назад разворачивайся. Вот он назад почему-то не может ехать. Сказал он. А, вон, подождите, портал-то этот. Портал. Мы с Броком делаем для вас кое-что особенное. За то, что выхода сессии хорошо проходили, и никто не показывал свое фугер-байл. Спасибо большое за донат! Это так мило! Да, реально. Спасибо. А из того, то, что, кстати, кто-то там задавал вопрос, я помню. Про обнаженку или что-то такое. Периодически, да, могут писать фотографы, которые считают, что они... способны в этом мире на все. И... ну да, предлагаю сниматься топлес или обнаженный, но не... как бы... чел слишком многого о себе мнения. То есть все, что он может под предлогом фотографии видеть и смотреть на голых баб. Ну, реально, есть такие люди. Я не могу вам рассказывать подробности, потому что там... а у всех свои какие-то истории. Вот. Чё? Не надо. Вот, но сам факт, что вот эти люди, они слишком много, слишком в себя поверили. Так.
трогаю. Я его не трогаю, и он нас. Все логично. Такс. Мне так приятен этот звук от птички этой. Почти добежали. Я считаю, что если нам осталось всего 3 задания, то мы вполне успеем, потому что Валькирии я не буду что проходить. Вы снова здесь и... Мы нашли твоего сына. Жестко очень. И его тоже предали. А еще нам попался его дневник. Твой сын жалел о том, что убил тебя. Не заказывала. Он у меня, видимо, просто сам по себе такой как тупой. Потому что вот сейчас он вообще нормально рядом работает. Рядом с ним были 4 обезглавленных трупа. Вчера нет. Может быть, как-то провод не зажало вчера, не знаю. Этому он научился у меня. Я его просто сегодня размотала максимально, и он работает. Он подлый ублюдок, вполне ок вообще. Мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Спасибо. Что-то мы получили осколок. Мы помогли ему. Тюра. Я рад, что мы вернулись. Неоконченное дело. Этот вор не достоин душевного покоя. Ну и пусть. Все равно помогать другим. Да, помогать другим — это хорошо. Так, что же у нас осталось? 2 миссии. Ха-ха-ха-ха-ха. Мир тумана. Очень приятно. Хорошо. Даже значит, нам с вами... Ты весь в своем. Так, мы прибежали отсюда, да? Значит, нам нужно сюда и потом сюда. Главное, мне не трогать этого чувака. Вот мне интересно, он меня специально не видит, вот тут громила? Или это мне нужно подойти, его ударить, и только потом он начнет со мной рубиться, потому что я не хочу. Он слишком занудный. В него надо прям попадать. Еще и только в определенные минуты. Да, видимо, надо его было ударить, чтобы он меня как-то вот ну, продолжил бить. Точнее, начал бить и не продолжил. У меня новая вебка Logitech, это для стримов специальная. Вот она как раз-таки для нового компа. Как-нибудь заходите к нам с Броком в храм. Я уже хочу новый комп, потому что на него идеально делать стримы. Потому что там ничего не лагает. Производительность просто 500 тысяч. Вот. И качество можно в 4К стримить. Это вообще идеально. Вот. Да, это моя маленькая цель. Но я все равно как бы с плойки буду стримить, то есть это в любом случае просто нужно железо, как говорят, покрепче. Что такое DNS? Ну а сколько комп-то стоит? Я не думаю, что комп может стоить 400 тысяч, это как-то перебор. Подождите, а куда нам нужно, чтобы поменять? А, вот сюда. Мы же с ним помирились. Я знаю, что вы с ним помирились. Да ну, это слишком жестко, 350. Мне кажется, можно найти дешевле. Это какой-то вообще перебор. Он, скорее всего, просто, наверное, играет на самом компе, поэтому ему нужен... Ну, такой мощный комп. Мне кажется, 250 вообще вполне вместе с монитором можно найти. Не, понятное дело, что есть такие, есть и камеры, такие микрофоны. Но я не вижу в них смысла. Просто переплата. Опа, мы здесь, кстати, с вами не были. Еще один. Смотри, красиво. Мировой змей. Для друзей просто ёрни. Ой, сиськи. Он куда больше, чем я думал. А что она держит? Есть такое дело. Змея, что ли? О, смотри, он укусил Тора.
или укусит его, наверное. Рагнарёк. Долгая Рагнарёк, история. Да. Больше, чем миф. Так, а что тут написано? Читай. Ладно. Видно, мойчик. Ладно, говорит. Теперь я могу это перевести. Нифльхейм. Страна тумана и богатств. Да не, нифига. Богатств. Ну вот у меня... Никто не говорил. Надо с видеокартой, слушай. Видеокарта топ, но комп не вывозит. Хотя маг, казалось бы. Суперкомпьютер. Но он не игровой, да, это я знаю. Я куда-то не туда побежала, походу. А, нет, туда. Маг не вывозит. Ну, вот, мне тоже так кажется. Короче, не хочу покупать какой-то супер дорогой. Посмотрим, на самом деле. Главное, хотя бы половину накопить. Просто хочу комп. Я его еще розовым делаю. Люблю розовый, да-да-да. Так, подождите, а где этот самый-то? А где находятся миры? Я что-то не понимаю. Здесь же вроде находилось. Мистические врата, да. Не понял. Что-то я не понял. Так, что такое-то? Не понял. А, нам наверх. А, ну, я маг использую везде, потому что мне, в принципе, нравится система маковская. Я не люблю винду. Я уже это говорила. Вот. Потому что винда все время тупит. Неважно, сколько стоит комп. И не надо говорить, что у вас она не тупит. У меня сколько не было компов, они все, сука, тупили. Еще имя. Рота. Это словно мемориал Валькирии. Блин, ребят, где находится вот этот портал? Что-то я забыла. Сейчас посмотрю. Сейчас, секунду. Где находится... Я не могу найти реально. Вот там, куда я бегу. Ну, а где он? А, у них там, по-моему, да? Внутри. Что-то я вообще забыла про это. Хожу. Вот там, где синенькая, да? Вот здесь. Это будет наше лучшее творение. Но вы... По-моему... А, да, точно. Спасибо. Спасибочки. Так, ну что же, какая у нас там цель? Мир тумана, мир огня. Мир тумана, как называется? Нифльхейм и Муспельхейм. Окей, первый на N будет. Не запомнила все равно. Водичка. Пью водичку. Так. Ну ладно, он первый, так что давайте сюда. Хотя там, наверное, будет куча заданий, я уверена. Иначе зачем нам только в этот мир ехать? Чтобы его просто открыть? Ну сейчас глянем. Я думаю, что я открою два мира, а там уже посмотрим. Ой.
прикольно, так взял, переместился, и ты в другом мире. Корни вот эти прикольные, что они так переплетаются между друг другом. Все красное. Пять испытаний, блин. Это занудство какое-то. Не заставил, я просто допрохожу игру. Ого, тут жарко. Мир огня. Это что, снег? Пепел. Такое да, бывает пепел. От больших пожаров. Весь этот мир – великий пожар. Колыбель всего огня. А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. А им можно верить? Мы же... Там мы вообще тут идем. Блин, прикольно, такой мир красивый. Здесь, но мы не горим. Пока. Ну, понимаешь, вероятно, огонь здесь Лава. Успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей, крайности со временем умеряются. Огонь прогорает, люди сидеют и стареют, отрубленные головы болтаются на поясе. У него такова голос жизнь. Приятный у этого чувака. Ему сказки надо рассказывать. Вот он их и глаголит. Сейчас будет какой-нибудь огненный чел. Жар очень полезен в моей работе. Размягчает даже само пространство. Да. Волшебные двери, которые... Ну, я хочу глянуть, просто посмотреть, что как тут. Тут они переходят одна в другую, их и толкать не надо. Разбуди парочку и сам увидишь. Путешествовать по Муспелю клёвые. Сын, здесь. О, красиво. Еще один. Тут сказано суд. Кто-то горит. Огненный великан? О, да, собственной персоной. Бьет огненный меч. Легендарное оружие. Он сражается с Тором и Одином. Это прошлое или будущее? Хм, это с какой стороны посмотреть? Окей. Ну вот мне, да, что-то подсказывает, что тут ничего такого. Слушай, необязательные локации. Снова эльф. Сейчас поднимемся. Доносится оттуда. Опа-на. О, сундук. Дымящийся уголек. Так, я не понял. Как обычно, 300 лет подумать надо. Сюда можно? Жарковато здесь, я уверена. Крест. Вот, прямо за поворотом. Ой. Это огромный меч. Для доступа на следующую арену. Он спрашивает, готовы ли мы к тренировке. Пройдите испытание, чтобы принять вызов, чтобы... Не хочу я. Сейчас не время для этого. Не хочу я никакие тренировки делать. Чего не нужны? А, для прокачки только. Блин, жалко. Ну, я думаю, нам придется ждать тогда Рагнарёк. Только когда он будет, интересно. В сентябре, да? Ну, осенью. Или когда там? А, да ну, блин. Тогда я не буду это делать. Реально, тогда не буду. Ну, мы с вами все выполнили. Валькирии я не буду тоже проходить, потому что... Это как орды в Дейзгоне примерно. А, тут еще что-то есть. Карты, сокровища, артефакты. О май гад. Ну, я думаю, я тоже не буду это проходить, ребят. Да, я вот тоже так думаю. Так, ну что же, мы тогда сегодня с вами закончим, я думаю, на этом. Завтра я пораньше начну, и мы подольше с вами будем играть, потому что у меня почему-то слипают сейчас глаза. Вот, надо потому что начинать раньше, потому что к этому времени, как-то 22, у меня прям такое уже немного усталое состояние. Вот. Поэтому я хочу вам сказать огромное спасибо, что были сегодня со мной.
Отдельно спасибо всем тем, кто донатил. Завтра мы с вами Horizon делаем, не Dying Light. Вот, Horizon 3 часа, да. И послезавтра уже Dying Light. Вот, поэтому завтра ждите новостей с инсты. Я думаю, что я начну, может быть, часов 8. Вот, поэтому всем спасибо еще раз. Спокойной ночи. Пока.